друзья! Вы на канале «Готовим с Мариной Ломака». Я рада вас приветствовать! Сегодня делаем заготовку с черемши на зиму. По весне она очень быстро отходит, и поэтому такой вариант мне очень нравится заготовить ее на зиму. Черемшу перебираем, моем и перекручиваем на мясорубке. Перекрутила и раскладываю в контейнеры. У меня пластиковые контейнеры литровые, они закрываются герметично. Если закрыть не герметично, потом будет аромат черемши в морозильной камере. Поэтому обязательно перекладываем в герметичные контейнеры и отправляем в морозильную камеру. По необходимости достаем и используем так, как используем обычно чесночные стрелки или черемшу, или чеснок. Это очень удобно. Попробуйте, приготовить и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!